А начнем выпуск с ЧП. В Аткарском районе несколько детей получили пищевое отравление. Областная прокуратура организовала проверку. Накануне к врачам лагеря имени Гагарина обратились 18 человек с жалобами на боли в животе и тошноту. После осмотра госпитализировали 14 человек с диагнозом пищевое отравление. Пока дети находятся в больнице, на месте специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования, отобрали пробы готового питания, воды и пищевых продуктов. Также лагерь проверили следователи. Состояние детей удовлетворительное. У них взяты все необходимые анализы для постановки точного диагноза. Следователями СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты пробы в пищеблоке, в том числе пробы воды, жилых помещениях, а также местах общего пользования.